Мы уже можем начинать. Рада вас приветствовать, рада быть сегодня с вами здесь и сейчас, рада, что вы со мной сегодня здесь и сейчас, потому что вебинар – это очень простой и легкий способ познакомиться с продукцией, с новинками каталога, для того, чтобы в дальнейшем их эффективнее рекомендовать нашим клиентам. Поэтому давайте начнем как раз-таки со знакомства с каталогом. Я думаю, что многие обратили внимание на оформление. И весь каталог оформлен в стиле Dolce Vita. Dolce Vita – это итальянская жизнь, да? Итальянская роскошь, итальянская элегантность. И все это стало нам гораздо доступнее именно в этом каталоге. И доступнее, конечно же, для наших клиентов. Я надеюсь, это им понравится. Мне однозначно это нравится по вкусу и по душе. И давайте посмотрим сразу же. Какие трендовые новинки вышли в легендарной люкс-серии Oriflame? В серии Giordani появляется 4 новых продукта, 4 новиночки. Это беспрецедентный случай. В одном каталоге обновляется версия Giordani. Серия премиум-класса. Премиум-класса, она не просто потому, что ее так назвали, как вы понимаете, да, именно потому, что в составе серии Giordani содержится максимум ухаживающих компонентов, дорогостоящих компонентов, которые действительно качественно ухаживают за вашей кожей каждый день. Это не просто декоративная косметика, это еще и ухаживающая косметика, которая заботится о вашей коже изо дня в день. И давайте поговорим об этих новинках поподробнее. С чего мы начинаем? Тушь. Ну, это то самое средство, которое есть в каждой косметичке у абсолютно любой девушки, женщины, да, без этого никак уж не обойтись. Чем же у нас в коллекции Giordani уже представлены туши, да, различные варианты, чем же хороша и уникальна эта тушь? Все очень просто. Дело в том, что совсем недавно, да, те, кто все-таки наблюдают за новинками, да, за выпусками в каталогах, и те, кто бывают на моих вебинарах, да, мы уже говорили о том, что совсем недавно вышла ультратушь, ультраудлиняющая тушь, ультратушь серии The One, экстравыразительность линейка, да. И как раз-таки в составе этой туши есть микрофибра, микроволокна. Как раз-таки эта тушь позволяет добиться эффекта накладных ресниц, да, очень хорошо прокашивает реснички, потому что микрофибра плотно прилегает к ресничкам и, соответственно, создает очень хороший объем и удлинение. В серии Giordani это удлинение. Но, тем не менее, могу сказать, что прокрашивая реснички максимально, они не будут выглядеть тоненько, да, то есть вы действительно их максимально можете прокрашивать. По результатам тестирования до 49% удлинение при помощи этой туши ресничек. Я вам поближе продемонстрирую вообще кисточку для того, чтобы вы имели представление, да. Кисточка как раз-таки создана специально для удлинения. То есть это такой элегантный макияж, который вы можете создавать каждый день. И, конечно же, в составе этой туши максимум ухаживающих компонентов. В первую очередь, это витамин Е, это пантенол. Они обволакивают структуру волоса, да, структуру реснички, и таким образом защищают ее и восстанавливают. И кроме того, в составе достаточно много восков для того, чтобы тушь оставалась пластичной, для того, чтобы она не текла и не осыпалась, что очень важно, потому что никому не хочется, скажем так, к концу вечера иметь синяки под глазами. Да? Соответственно, какие воска? Это карнаубский, это пчелиный воск, воск рисовых отрубей, воск дерева сумах, да, подсолнечника. То есть достаточно большое количество для того, чтобы на ресничках не оставалось комочков, и мы вырисовывали такое количество раз ресничек, сколько нам необходимо, но при этом, как я уже говорила, тушь оставалась пластичной и не создавала комочков.
Я думаю, что многие наши клиенты полюбят эту тушь, потому что обязательно попробуйте сами, прежде чем рекомендовать, потому что тушь действительно шикарная, для того, чтобы это было не голословно. Кроме того, в серии выходит тональное средство. Тональное средство отличается, опять же, от тех, которые представлены уже в нашей линейке. Совсем недавно я вам презентовала тональное средство Giordani Gold, но оно средство достаточно плотное. Это одно из самых моих любимых средств, потому что мне, как визажисту, ну, скажем так, по второй профессии, да, по совместительству, очень удобно, мне нет необходимости корректировать достаточно долго лицо моего клиента. Да. Что касается этого тонального средства, да, оно гораздо легче и имеет текстуру мусса. Но, тем не менее, оно очень приятно, хорошо ложится. И я могу сказать, что достаточно хорошо маскирует. Тем более в летний сезон плотные тональные основы – это не совсем то, чего бы хотелось. Поэтому однозначно уверена, что нашим клиентам такая тональная основа придется по вкусу, потому что многие любят и говорят о том, что мне хочется полегче, чтобы не западало в морщинки и так далее. Кстати, по поводу морщинок. Если кто-то боится, что все-таки тональная основа подчеркивает их морщинки, спешу разубедить. Есть такая наука, как статистика. Так вот, по статистике, даже если у вас выделяются морщинки, но при этом у вас выровненное, красивое лицо, да, то есть тон, вы выглядите гораздо моложе, то есть вам по картинке, да, то есть специалисты оценивали, дадут гораздо меньше возраста, чем, собственно говоря, есть. И все это просто тональная основа, поэтому не боимся ее использовать. Да, тональная основа представлена в нескольких оттенках, да, то есть наверняка вы подберете себе и своим клиентам необходимое. На Академии красоты я рассказывала, как правильно подбирать тональную основу. И опять же в составе, да, то есть тональная основа в своем составе имеет трюфель, да. Я думаю, что многие из вас уже знают, что такое трюфель, да, у нас есть во многих в серии Giordani, не только в этой серии тональных средств представлен трюфель. Трюфель работает на увлажнение кожи, да, поддерживает кожу эластичной, и кроме того, трюфель работает на укрепление капилляров. То есть это как раз-таки для тех, у кого уже есть какие-то возрастные изменения, да, потому что этого не избежать, и появляется капиллярная сетка. Как раз-таки трюфель работает на укрепление. Кроме того, эта тональная основа, она еще и матирует. То есть несмотря на то, что она такой имеет муссовую текстуру, да, и в составе светорассеивающей частички, то есть она дает такой легкий глянец, да, но при этом это ни в коем случае не жирный блеск, потому что она матирует. Я думаю, что эта тональная основа абсолютному большинству придется по вкусу. Поэтому обязательно тоже попробуйте и вот подарите себе и своим клиентам такую роскошь. Кроме того, появляются у нас в серии Giordani вот такие палетки. Я вам сразу продемонстрирую цвета, потому что цвета несколько отличаются. По цвету, естественно, цветопередача в каталоге немного другая. Да? Значит, вот эта вот палетка называется «Кашемировая слива». Угу. Я вам попробую продемонстрировать. Конечно, здесь освещение тоже не очень хорошее, но тем не менее, да, для общего понимания. И вторая палетка – это «Молочный шоколад». И третья палетка – это «Мокрый асфальт». То есть вот представлены в трех оттенках, в палетках представлены цвета как в матовых, да, оттенках, так и в мерцающих оттенках, что очень важно, потому что с помощью одной палетки вы можете выполнить абсолютно любой макияж. Кстати, их легко наносить как сухим способом, так и мокрым. Да. Мокрым мы получаем более высокую контрастность, соответственно, макияж будет ярче, вы можете создать даже с помощью любой абсолютно палетки, вы можете создать смоки айс, либо дневной макияж. Оттенки подобраны очень качественно, да,
фактически исходя из цветотипов. Например, мокрый асфальт, да, то есть те, кто был у нас на вебинаре вчера, мы уже об этом говорили, да, то есть прекрасно подойдет холодным светотипом, но тем не менее, вчера вот я буквально была накрашена с помощью этой палетки, да, то есть несмотря на то, что я весна и отношусь к теплому светотипу, тем не менее, да, то есть могу прекрасно использовать, но если уж быть, скажем так, ограничивать какой-то момент, да, то идеально это зима и это лето. Молочный шоколад подойдет абсолютно всем. Здесь такая уникальная гамма, да, я думаю, что многие девушки, женщины, да, любят какие-то бежевые оттенки от светло-коричневых до темно-коричневых, да, то есть которые подойдут абсолютно на каждый день, и с ним можно создать элегантный образ и на вечер. Вот, поэтому мне кажется, что это универсальный случай. И третья палетка, да, то есть она более тоже контрастная, да, то есть содержит сливовые, не зря кашемировая слива, сливовые оттенки, которые будут идеальны тоже для людей с высокой контрастностью, да, светотипа. Это осень, это зима в том числе. Ну, можно здесь комбинировать, да, поэтому это не строго, не фокусируйтесь строго на этих моментах, потому что, поверьте, создать макияж можно с абсолютно любыми тенями, да, то есть оттенками. Главное подобрать контрастность, необходимую вам. Тени очень легко растушевываются, очень ярко и легко ложатся. Я не знаю, смогу ли я вам продемонстрировать. Но, например, я вот просто один раз касаясь, да, то есть вот просто дотрагиваясь, да, то есть не стряхую, условно говоря, тени, я просто вам продемонстрирую, какой оттенок получается. Вы видите? Я просто коснулась. Ну, то есть вот я касаюсь, да, и вот, вот на втором, да, то есть виден достаточно плотный, яркий оттенок, да, то есть контрастность их очень высокая. Очень легко тушевать, да, и очень легко с ними работать. Кроме того, в составе, если уж говорить, мы касаемся состава, да, те, кому будет интересно, я думаю, что некоторым нашим клиентам будет интересно, в составе кварц, как раз-таки, который дает мерцание, да. Кроме того, кварц, то есть мерцание при этом, знаете, бывают тени, которые выглядят очень, из-за чрезмерного мерцания выглядят очень... дешево, да, дешево и не всегда красиво, но когда это дорогостоящие, да, компоненты использованы в серии, то как раз-таки это вот то, что надо, то есть это роскошное мерцание, вот, поэтому такое, ну, вот как раз-таки кашемировое, да, вот здесь вот все, что надо, поверьте, поверьте мне хотя бы как визажисту, да. И кроме того, кварц обеспечивает равномерное плотное покрытие и долговременное покрытие. То есть это для тех, кто все-таки, ну, имеет жирную кожу, да, то есть и страдает тем, что тени бесконечно скатываются. Хорошие качественные тени, они не скатываются. Но важно помнить при этом, что необходимо наносить основу под тени. Или хотя бы использовать консилер в качестве основы. Если совсем жирные веки, то можно их дополнительно припудрить. И далее наносить тени. Поверьте, они не скатаются. Это важно. Важно подготовить в любом случае веки для нанесения теней. Кроме того, в серии Giordani появляется еще и вот такая чудесная пудра. Пудра представлена в трех оттенках. Наверняка тоже нашим клиентам придется по вкусу, особенно тем, кто является обладателем жирной кожи, да, когда хочется исключительно бархатистости и никакого намека на жирный блеск. Поэтому это вот этот случай, да. Кроме того, пудра прекрасно закрепляет макияж, вы можете регулировать нанесение с помощью кисти или спонжа. Соответственно, спонжем будет более плотное покрытие, да, кистью
Вы, так как минеральная пудра, да, то есть вы можете сделать какой-то легкий слой, да, то есть просто, например, закрепить немножко тональную основу, если, опять же, страдаете тем, что кожа все-таки жирная. Кроме того, часто, зачастую, те, кто пользуется постоянно пудрой, у них возникает такой момент, как пересушенная кожа. Да, здесь такого не случится. Почему? Потому что в составе есть ухаживающие масла. Ухаживающие масла, их даже три, да, масло жожоба, масло ши, макадами. И вот действительно, если начать растушевывать, да, то есть вы почувствуете прям эти масла, да, то есть вот если вот взять пудру и растушевывать, да, то есть очень пудра хорошо скользит, да, то есть и действительно увлажняет дополнительно, не пересушивая кожу, при этом бархатистый эффект вам обеспечен. Кроме того, здесь достаточно высокий фактор защиты, да, SPF 15. Вот, защищает от фотостарения. Кстати, в тональном средстве SPF 8, да, который точно так же защищает от фотостарения. Но не забывайте, если вы используете только тональную основу, да, обязательно использовать крема с SPF-фильтром, сыворотки с SPF-фильтром. Да? Мы помним, потому что кожу необходимо защищать. Это важно. И я хотела бы еще обратить ваше внимание на то, как оформлена серия. Да? То есть, если мы говорим про пудру, да, то есть это вот в таких вот коробочках, да, если мы говорим про тени, да, то есть это вот в таких вот в таком выполнении. Я могу сказать, что меня очень радует это вот исполнение. Почему? Потому что на вас везде обратят внимание. Неважно, где вы открыли пудрочку, да, чтобы поправить свой макияж, на остановке общественного транспорта, или вы находитесь в ресторане. Любая другая женщина обратит внимание на не просто декоративную косметику, а на ваш модный стильный аксессуар. Мне кажется, для нас, для женщин, это важно. Ну, может быть, мне так кажется, но тем не менее для меня это важно. Кроме того, приобретая серию, любой продукт из серии Giordani, вы сможете завершить свой макияж, да, вот такой чудесной помадой, помадой икона стиля. Можете подобрать абсолютно любой оттенок, который вам по нраву, который вам по душе. Вы знаете, помад много не бывает, да, и каждая помада дает свой уникальный образ. Помада содержит аргановое масло, которое обеспечивает ровное покрытие, да, и, конечно же, ухаживает за губами, что тоже очень важно, потому что, к сожалению, морщинки на губах тоже выдают наш возраст. Поэтому подбираем качественные помады для того, чтобы оставаться прекрасными надолго и быть обладательницей соблазнительных губ. Какой продукт станет завершающим штрихом вашего изысканного образа? И, конечно же, завершает образ, как вы думаете, что? Ну, все уже тут догадались, да? Конечно же, это аромат. Аромат Miss Giordani – это драйвер каталога. Приобретая средства на 42 условных единицы, помним, что у нас условная единица – это не та, которая сегодня в банке, да? Я думаю, что вы своим клиентам вы расскажете, что у нас очень выгодное предложение. И они даже удивятся. Поэтому, приобретая на 42 условных единицы, вы можете этот аромат приобрести 65% скидкой. Я уже говорила тоже на вебинаре, что аромат Miss Giordani – это один из моих любимых ароматов. У меня достаточно много ароматов, потому что я люблю экспериментировать с образами. И, во-первых, мне кажется, что он станет прекрасным украшением любого туалетного столика, однозначно, потому что он действительно очень красиво оформлен, и это уже, ну, для меня, вот, скажем, встречают по обложке, да? Но если обложка не хороша, то мне кажется, что не каждая женщина обратит внимание на аромат, который содержится в не очень красивом флаконе. Поэтому, особенно если мы говорим о косметике, мне кажется, это очень важно. И почему он один из моих самых любимых? Во-первых, Miss Giordani отвечает абсолютно всем тенденциям, особенно летнего сезона, потому что в летнем сезоне это обязательно верхние ноты, это цитрусовые ноты, для того, чтобы нам с вами
не задохнуться, да. Хочется свежести, хочется какого-то летнего ощущения, праздника, но тем не менее я люблю очень чувственные ароматы, да, и этот аромат постепенно раскрывается, мы услышим и пачули, и сандал, и нейроли. Нейроли, кроме того, является афродизиаком, и, кстати, сотрудничали мы с одним из известнейших парфюмеров, Лукасом Сьюзаком, да, который, вы видите, что сотрудничает на слайде, да, Дживанши, Труссарди, Каролина Херрера, да, то есть я думаю, что вам говорят о чем-то эти названия, да, то есть у него действительно впечатляющее портфолио, мы продолжаем с ним сотрудничать, я думаю, что будет создан не один такой успешный аромат. Какие трендовые продукты помогут вам всегда быть в хорошем настроении? На предпоследней страничке каталога представлена серия Miss Relax и Miss Happy. Не путаем, это не духи, это спрей для тела. Почему спрей для тела? Потому что в летний сезон, да, не всегда хочется использовать духи, да, то есть особенно если жарко, буквально 2 недели назад мы все задыхались, да, потому что было очень жарко, и, соответственно, использование духов, особенно если ты находишься в общественном месте, ну, как-то не очень было комфортно находиться, ну, по крайней мере, мне. У меня достаточно развитое обоняние, не знаю, как у кого, но сложно. Именно в эти моменты спасают спреи для тела, потому что они дают легкий аромат от тела, но не навязчивый. Потому что, ну, как мы уже сказали, духами не всегда хочется пользоваться, но при этом что-то должно быть. Вообще, опять же, по статистике, для мужчин гораздо более привлекательна женщина, если она обладает каким-то приятным ароматом, несмотря на то, что она там где-то не накрашена и так далее. Мужчины называют их по статистике более привлекательными. Поэтому помните об этом. И если вы на отдыхе, впереди у нас еще бархатный сезон, да, обязательно возьмите с собой какой-то из выбранных вам ароматов, можно захватить 2 на любой случай и любое настроение. Miss Relax в составе бамбук, жасмин, да, он более нежный. А Miss Happy, да, то есть он тоже не навязчивый, но более радостный, да, это апельсин, это желтая слива, да, то есть он такой более цитрусовый. Поэтому можно на день использовать Miss Happy в дневное время, в вечернее можно Miss Relax. Да? Я думаю, что эти ароматы тоже найдут своих клиентов. Ну, на самом деле это действительно очень удобно, в том числе взять с собой на вечер, да, то есть куда-то, неважно куда, да, для того, чтобы быть и чувствовать себя уверенной. Вот такие предложения. Кроме того, на страничках буквально в начале вы сразу обнаружите аромат Элви. Приобретая один аромат, вы приобретаете второй с 50% скидкой, то есть фактически, приобретая один, вы получаете второй в подарок. Да, очень удобно нашим клиентам в том числе объединяться. Это неспроста предложение, это абсолютный фаворит всех ароматов. Это аромат, который возглавляет топ. Просто первый аромат, самый востребованный аромат не только в странах СНГ. Соответственно, не зря он появляется на страничках нашего каталога. Ноты были усилены, потому что аромат был очень легкий. Как вы знаете, свежие ноты, они менее стойкие, чем более чувственные, например, как пачули. Да? Соответственно, ноты были усилены для того, чтобы мы оставались уверенными на протяжении всего дня. И, кстати, даже оформление говорит само за себя. Видите, изображен ландыш, да, то есть немножко усилена была нота ландыша, да, но он остается неизменным, да, то есть это тот же приятный аромат, поэтому те наши клиенты, которые любят этот аромат, наверняка оценят этот обновленный аромат по достоинству. Он все тот же, но гораздо более долгоиграющий. Расскажите об этом вашим клиентам, я уверена, что вас ждут перезаказы. Какие средства Oriflame помогут вам решить, на сколько лет вы хотите выглядеть? И на страничках этого каталога вас ждут вот такие чудесные предложения.
вы можете выбрать, во-первых, серию «Комплексный уход», да, соответствующий своему возрасту. И, что самое интересное, приобрести этот уход со скидкой соответствующего возраста, да. То есть, например, True Perfection 25+, соответственно, скидка 25%, что очень приятно. Например, серия Time Reversing – это 45%. Обратите на это внимание. Обратите внимание ваших клиентов, это действительно очень важно. Хотела буквально вам пару слов сказать о каждой из серий. Напомнить, по крайней мере, вам. Важно рассказать нашим клиентам, что важно использовать не просто одно средство, а всю серию для того, чтобы добиться максимального эффекта. Потому что очищение поодиночке, оно не работает. Крем поодиночке не работает. Почему? Потому что очищение, если оно жесткое, неправильно подобранное, да, оно снимает защитную мантию кожи. Если у нас очищение в серии не представлено, у нас есть серия Optimals, можно приобрести абсолютно любое очищение, которая подойдет нашему клиенту. Поэтому обязательно качественное, грамотное очищение. Далее, тонизирующее средство. Опять же, например, серия True Perfection прекрасно подойдет серия Optimal. Да? И только после этого, потому что тонизирующее средство усиливает результат последующих средств, да, крема и сыворотки на 25%. Ну, это достаточно много. Далее, обязательно сыворотка. Сыворотка до сих пор у нас почему-то возникает вопрос, и многие клиенты колеблются, да, либо сыворотка, либо крем. Неправильно. И сыворотка, и крем. Потому что они разные абсолютно по функциям. Сыворотка максимально полезна аминокислотами, да, максимально содержит в себе количество аминокислот, антиоксидантов. И она выполнена по консистенции, да, таким образом, то есть она гораздо более жидкая, чем крем. Для того, чтобы максимально проникнуть в клетки кожи и донести все то необходимое нашим клиентам, да, для того, чтобы восстановить коллаген, да, то есть если он вот эта пружинка сломалась, да, то есть для того, чтобы ее восстановить, нужно донести все то необходимое. И уже после этого кожу обязательно необходимо напитать. Да, чтобы рождались новые здоровые клеточки. Соответственно, сыворотка усиливает действие крема на 40%, поэтому необходимо рекомендовать в комплексе. Глаза – это отдельная тема, да, то есть о них обязательно нужно позаботиться, потому что первые маркеры возраста – это морщины под глазами, это носогубные складки. Никуда от этого не денешься. Соответственно, рассказываем о комплексном уходе. Средства в комплексе обеспечивают эффективность на 70%, чем использование какого-то одного средства. В составе True Perfection мы знаем, что это экстракт персидско-шелковой акации, который богат аминокислотами, минералами, это кальций, магний, цинк, железо и так далее. Да. Все это восстанавливает цвет кожи, да, перезапускает, обновляет нашу кожу. Да. Это очень важно. Содержит светоросеивающие частички в своем составе. То есть кожа преображается. Поэтому обязательно посоветуйте эту серию, тем более с такой привлекательной скидкой. Кроме того, серия «Экологен», да, 35+. Серия «Экологен» уже, ну, я думаю, что вы прочитаете, да, то есть помогает сократить морщины на треть всего за 3 месяца. 3 месяца – это не так много для того, чтобы немножечко подождать. Да, увеличивает выработку коллагена на 200%. 200, да, я думаю, что все об этом знают. Я просто хочу вам напомнить, потому что действительно уникальное предложение. Кроме того, легкий крем и коллаген, да, стал победителем Top Beauty Awards в своей категории как лучшее средство. Для нас это большое достижение. Да, это очень важно. Расскажите об этом своим клиентам. Эта серия запатентованная, это действительно уникальная серия. Кроме того, в составе пептиды, дипептиды, трипептиды, они благодаря своей низкомолекулярной массе, они проникают очень глубоко, действительно восстанавливают коллаген, улучшают его выработку, да, эластиновую выработку. И оказывает лифтинговое действие. И кроме того, в составе абиоз, который еще и дополнительно богат витаминами и минералами. Тоже еще один плюсик, условно говоря, в карму.
Расскажите об этом с вашим клиентом. Еще одна система. Система «Королевский бархат» богата фитоэстрогенами, да, экстракт черного ириса. Да, опять же, фитоэстроген, да, с возрастом уменьшается количество выработка собственного эстрогена. И ничего, кроме фитоэстрогена, да, то есть не может спасти эту ситуацию. Это будет давать максимальный эффект, потому что фитоэстроген признается нашим организмом как собственный эстроген. Соответственно, он его берет извне, да, замещает и перезапускает процесс обновления кожи. Это тоже очень важно. Кроме того, в составе содержится гиалуроновая кислота, которая дополнительно увлажняет кожу. Да. В этом возрасте появляется еще чувствительность кожи. Тут тоже помощником служит гиалуроновая кислота. И кроме того, экстракт морских водорослей, он оказывает лифтинговое действие. Кстати говоря, вот по поводу лифтингового действия, кроме всего прочего, да, то есть морщины, понятно, они выдают возраст, но не тут-то было, да, кажется, морщин иногда нету, да, бывает кожа натянута, знаете, особенно если есть какая-то полнота лица, да, но при этом видно, что возраст, собственно говоря, не скрылся, да. Все дело в том, что оплывает овал лица. Как раз-таки вот эта серия лифтинговое действие, подтягивающее действие, поэтому обязательно расскажите вашим клиентам, что необходимо наносить в эту зону, в том числе крема. Также мы наносим на шею для того, чтобы не оплывал овал лица, потому что он также является маркером возраста. И, конечно же, серия Time Reversing. Да, в составе, я думаю, что все знают, геностеин сой, это тоже фитоэстроген, про который мы уже говорили. Как работают фитоэстрогены? В составе дополнительно, опять же, гиалуроновая кислота. И в составе также содержится масло ши, которое дополнительно устраняет сухость, потому что в этом возрасте кожа очень сильно теряет влагу, да, то есть усыхает условно, для того, чтобы все понимали все-таки, что происходит. И в сыворотке, кстати говоря, я уже об этом рассказывала на своих вебинарах. Содержится инкапсулированный геностеин сои. Он наиболее эффективен в таком виде. Почему? Потому что любое инкапсулированное средство, оно гораздо более эффективное, чем в растворенном виде, потому что оно теряет часть своих свойств. И когда он проходит, вот эта капсулка проходит через дозатор, капсулка лопается, и вы получаете в чистом виде витамины, да, которые необходимы для восстановления вашей кожи, которые сохранены в максимальной степени. Поэтому тоже это огромный плюс. Обязательно обратите внимание на это средство ваш клиент. Это самое выгодное предложение, которое представлено на страничках каталога, поэтому не пропустите, не проходите мимо. И, конечно же, в нашем каталоге мы не обошлись без аксессуаров. Я вам сейчас тоже продемонстрирую. Появляется вот такая вот серия, да, то есть вот такая подвесочка чудесная, да, такого насыщенно синего, глубокого цвета, да, и вот кроме того, вот с такой элегантной, красивой застежкой, и к ней в дополнение, да, вот такие вот серьги. Сейчас синий действительно в моде, поэтому плюс мы белорусы, да, и не только белорусы, мы славяне, в наибольшей степени являемся обладательницами голубого цвета глаз, поэтому эта подвеска еще прекрасно подчеркнет ваши глаза. Кроме того, появляется вот такой чудесный набор. Набор состоит из кошелька, да. Интересное сочетание такого коньячного цвета, темно-коричневого, светло-коричневого и красного, да, контрастное сочетание. Вот этот кошелек поместится наши деньги, потому что некоторые кошельки выпускаются, ну, не только на нашем рынке, соответственно, они чуть меньшего размера, да, здесь такой проблемы точно не будет. Имеется отделение для того, чтобы положить еще более какие-то важные вещи, может быть, какие-то кредитки.
И кроме того, к ней в пару, к кошельку в пару, да, вот такая вот сумка. Я очень скоро стану обладательницей, счастливой обладательницей вот такой вот сумки, потому что я уже решила себе приобрести. Прекрасно подойдет такой вариант, который подойдет как под повседневный стиль, да, джинсы, так и под строгие какие-то вещи. Очень удобно в использовании, да. Имеется вот такой вот кармашек, да, один. В нем есть еще дополнительный кармашек для того, чтобы что-то положить. И кроме того, для того, чтобы все-таки ничего у нас не утащили, да, вот есть второе отделение на замке для того, чтобы мы смогли смело туда положить кошелек. Здесь отделение для мобильного телефона, да, для того, чтобы мы чувствовали себя комфортно и нам было удобно. Вот такие вот чудесные новинки появляются у нас в каталоге. И буквально на последней страничке, вы видите, это написано «новинка». Могу сказать, что это не новинка, это обновленная серия в немножко в новом исполнении, да, то есть, но опять же, это тот же «Молоко и мед». Серия «Молоко и мед» занимает по всему миру, это даже не страны СНГ, первое место по продажам. Это один из любимых продуктов наших клиентов, да, и наши клиенты смогут найти эту серию по очень привлекательной стоимости на последней страничке. Кроме того, те, кто побывали в отпусках, да, смогут побаловать свое тело, потому что после летнего сезона все-таки нужно восстановить кожу, либо сохранить загар. И в этом, конечно же, поможет наше средство «Молоко и мед». Наверное, все. Не наверное, а точно. Это все, о чем я хотела сегодня вам рассказать. Я надеюсь, вам было интересно слушать. С вами была я, Стрельская Альбина, координатор по продуктовой коммуникации. Вам хорошего, плодотворного дня и чудесного настроения. Всего доброго. До свидания.